Здравствуйте. В эфире национального телевидения «Чуваши». Информационная программа «Республика». В студии Татьяна Молокова. У природы нет плохой погоды. С этой строчкой из песни явно не согласятся дорожные службы. В минувшие выходные им было не до отдыха. Цейтнот начался еще в пятницу, когда на регион обрушился первый в этом году серьезный снегопад. В субботу снегопад усилился, однако уже во второй половине дня столбик термометра поднялся выше ноля, по дорогам побежали ручьи. В воскресенье все продолжило таять. Дорожные службы работали не только в населенных пунктах, но и на трассах. Были выезды на конкретные участки, смотрели характеристику ситуацию на самих участках. В целом были проблемы участки выявлены на федеральной трассе М7 «Волга» на подъемах. Ну, также, в принципе, были ряд участков, где мы приняли решение там срочно привести уборку. Не обошлось в выходные без аварий. С пятницы по воскресенье произошло 215 ДТП. 3 человека погибли. В ближайшие дни сильных снегопадов не ожидается, однако уже завтра начнется похолодание. Автомобилистам советуют быть внимательными на дорогах. Правительство Чувашии на очередном совещании обсудило ситуацию с безработицей и предстоящий форум «Стратегии и практик успешного бизнеса», посвященный Всемирному дню качества. На реализацию программы по содействию занятости, которая работает с 2012 по 2020 годы, направлено почти 500 миллионов рублей. Эти средства идут не только на пособие, но и на переобучение безработных. За 10 месяцев 2015 года в мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда приняли участие 77 тысяч человек. Почти 36 обратившихся за помощью трудоустроены. Одной из мер, способствующих трудоустройству, является ввод в действие с июля текущего года информационно-аналитической базы вакансий работы в России. В рамках этого портала соискатели работы могут найти не только подходящую вакансию в республике, так и за ее пределами, но также оставить резюме, чтобы работодатели могли найти работников в базе при возникновении потребностей. По результатам мониторинга, проводимого Рострудом, Чувашия по качеству формирования базы вакансий в данной информационной системе входит в первую двадцатку лучших субъектов Российской Федерации. По данным Минтруда Чувашии, на одного соискателя приходится 3 вакансии. Больше всего требуются водители, каменщики, врачи, менеджеры и инженеры. Средняя зарплата по заявленным вакансиям – 16,5 тысяч рублей. Есть и такие, их 15%, где зарплата более 20 тысяч. Центры занятости создают и временные рабочие места. В первую очередь на такие вакансии принимают подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди приоритетов также переобучение женщин, воспитывающих детей до 3 лет, и их дальнейшее трудоустройство. Кроме того, в организациях республики в 2015 году создано 104 рабочих места для инвалидов, 50 мест для родителей, воспитывающих детей инвалидов, многодетных пап и мам. Качество рабочих мест и продукции, выпускаемые на предприятиях республики, будут обсуждать на 11-м межрегиональном форуме «Стратегия, практика успешного бизнеса». Он посвящен Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. Форум пройдет в республике 26 и 27 ноября. По словам Владимира Аврелькина, 187 предприятий из Чувашии и ближайших регионов уже подали заявки на участие. Пленарная часть форума у нас пройдет, пригласили ведущих экспертов в области качества из Российской Федерации, из Санкт-Петербурга, из ведущих центр сертификации, службы аккредитации Приволжского федерального округа и ряд других экспертов. Кроме того, в рамках пленарной части у нас традиционно состоится награждение лауреатов всероссийского конкурса. Это «Стол лучших товаров России» и «Марк качества Чувашской Республики». Заслушали на совещании отчет руководителей, чьи предприятия не платят НДФЛ. Среди должников управляющая компания «Теплый дом» и общество с ограниченной ответственностью «Промышленные услуги». Управляющая компания задолжала в бюджет более 1 миллиона. Последний платеж был в июле. В сентябре совместно с налоговой инспекцией разработан график погашения задолженности, но он не выполняется. Руководитель объясняет, что население само задолжало управляющей компании. Премьер-министр Иван Моторин рекомендовал директору активнее работать с должниками и соблюдать график погашения. У другой компании ситуация сложнее. Она задолжала более 4 миллионов. Но этот долг вырос из-за того, что не работают в полную силу предприятия концерна «Тракторные заводы». Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Предложения по транспортной развязке от ХБК до Нового города и от улицы Калинина до берега Волги рассматривались на градостроительном совете в Чебоксарах. Олимп, Алые паруса, Мегасити, Соляное и Гремячево – эти новые микрорайоны столицы должна связать общая транспортная система. Подробнее о возможных вариантах расскажет моя коллега Юлия Важенина.
Эти микрорайоны либо в разработке, либо только начали строиться. Но думать о транспортной схеме уже пора. Новая дорога должна стать дублером Марпасадского шоссе. На суд архитекторов представлены 6 проектов. Архитектурная фирма «Сфера» предложила построить магистраль, которая соединит будущие Олимп, Мегасити, Гремячево, Соляное и Новый город. Сейчас их разделяют овраги. Мы рассматриваем это как перспективное развитие города, потому что это непосредственно близко к центру города, раз. Непосредственно близко к самому главному водному ресурсу, это Волги, два. И отсюда вот этот подход, который здесь вырисовывается, он сложный, он дискуссионный, там много вот всего, но он правильный с точки зрения, что он намечает, как это должно быть. Архитекторы компании «Ским» предложили альтернативные варианты – запустить магистраль в центр микрорайона и выйти на соседний, или закольцевать дорогу для обслуживания только своего микрорайона. Пустить магистраль в обход микрорайонов предложил «Союз-проект». Вот только в таком случае на общественном транспорте к домам добраться не получится. Своим видением поделилась и компания «Алза». Архитекторы предложили закольцевать маршрут в обход с выходом на набережную и проложить магистраль вдоль Волги. Но и в этом случае остановки общественного транспорта будут далеко друг от друга, что повлечет за собой издержки перевозчиков. Проанализировав все представленные варианты, все предложения, управление архитектуры предлагает минимизировать переработку проектных планировок, но также, чтобы сформировать все-таки не просто запустить маршруты общественного транспорта, а все-таки, чтобы это была сформированная транспортная сеть, с учетом минимума транспортных затрат и переработок проектной планировки, повторюсь, предлагается вариант основную транспортную магистраль пустить районного значения в обход микрорайонов и дополнительную ветку запустить, закольцевать между двумя микрорайонами. Все-таки связь между двумя микрорайонами, на наш взгляд, нужна. Каждый из этих проектов может быть реализован, а может получиться так, что не подойдет ни один. Некоторые участники градостроительного совета справедливо отметили, все предложения – видение архитекторов. Неплохо бы выяснить, что по этому поводу думают специалисты транспортной отрасли. Юлия Важенина, Игорь Зверев, «Республика». Беспричинное убийство любой живой души – один из самых отвратительных грехов. Так сказано в Коране. Можно ли называть ИГИЛ исламским государством? Почему подавляющее большинство мусульман категорически отмежевались от него? Что такое дозволенный джихад? Об этом и многом другом шла речь за круглым столом, за которым собрались представители национальностей, проживающих в Чувашии, и исповедующих ислам. Как отличить истинный ислам от терроризма? Как научить людей, в первую очередь молодежь, отделять зерна от плевел не только в жизни, но и в религии? В поисках ответов на эти вопросы заинтересованы в первую очередь мусульмане, которые становятся заложниками ситуации, едва происходит террористический акт. Между тем, как утверждают политологи и юристы, ИГИЛ никакого отношения к истинному исламу не имеет. Когда мы говорим «государство», то мы ставим на один ряд эту криминальную организацию с государствами. А это, такого быть не должно. И, во-вторых, происходит нагнетание исламофобии в обществе. Растет неприязнь к исламу. Создать очаг напряженности, внести дестабилизацию, напугать – цель террористов всякий раз одна и та же, и всякий раз они ее достигают. Случаи ксенофобии и конфессиональной неприязни не носят массовый характер, но их становится больше, как и проявление экстремизма. Только в Чувашии к октябрю прошлого года было зарегистрировано 10 таких правонарушений. В этом году уже 13. Но любой нормальный человек понимает, что бы ни говорили радикальные исламисты, Коран не допускает возможности убийства невинных и беззащитных. Когда человек не знает про ислам вообще, да, он смотрит, что исламское государство, называя себя исламским, со стороны человек думает, что все остальные мусульмане, они такие. На самом деле так. Человек не знает, кто такой мусульманин, он смотрит телевизор и думает, что все мусульмане, они такие. И эти люди, которые, называя себя исламским государством, прикрывая себя мусульманами, да, делают такие поступки, это Всевышний Аллах, конечно же, такие поступки не одобряет.
Но самое страшное, лжепроповедникам все чаще удается достучаться до молодежи, посеять в них ростки бездумной жестокости и ненависти к миру, в котором они воспитывались. Экстремистский молох требует новых жертв, и он их получает. Поэтому свою задачу все участники круглого стола видят в том, чтобы быть внимательными к подрастающему поколению и воспитывать его в традициях истинного ислама. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. 16 тысяч. Россия переходит на цифру. К 2018 году правительство страны предполагает избавиться от информационного неравенства между жителями крупных городов и малых населенных пунктов. К началу строительства цифровой сети почти половина россиян могла принимать не более 4 каналов. С помощью цифрового эфирного телевидения их количество увеличилось до 20. Какие еще преимущества цифр могут оценить телезрители в нашем следующем сюжете? Радиотелевизионный передающий центр Чувашии обеспечивает аналоговое вещание 12 программ телевидения и 14 программ радио. Аналоговое телевидение – это система, которая передает изображение и звук посредством электрического сигнала. Выглядит это примерно так. Это одна строка. Это испытательная строка, по ней мы настраиваем передатчики. А вот это вот само изображение – это вот один кадр. Полукадр считается. Один полукадр. Вот здесь вот уровень черного, здесь уровень белого. Как шутят работники, в этой комнате царит 20 век. Оборудование старое, но обновлять его не собираются. Через несколько лет аналоговое вещание будет полностью вытеснено цифровым. По этой технологии изображение и звук передаются при помощи цифрового кодирования. Сжатие данных дает возможность для передачи большого количества ТВ-каналов в лучшем качестве и с дополнительной информацией. Если при аналоговом телевидении возможны какие-то помехи, снег идет, муар, двоение изображения, в цифровом телевидении этого нету. Там картинка либо есть, либо ее нет, либо бывает стоп-кадры, зависания какие-то. Ну, зависания чаще всего происходят при погодных условиях неблагоприятных и при каких-то, может быть, технических неисправностях. Вот, это первое отличие, то, что человек может заметить. Второе отличие в том, что если раньше, нажимая на кнопку пульта, мы могли смотреть только один канал, то теперь их несколько. Это называется мультиплекс. Пока их 2, в каждом по 10 каналов. И все они бесплатны для зрителей. Цифровой сигнал уже доступен 76% населения Чувашии. Но чтобы смотреть любимые передачи в цифровом качестве, необходимо, чтобы принимающая техника была соответствующая. Сейчас есть уже в продаже телевизор, который подразумевает, принимает полностью и кабельный диапазон, и спутниковый диапазон, и цифровой диапазон в формате DVB-T2, вот то, что мы вещаем. Если у кого-то старые телевизоры не поддерживают эфирное цифровое телевидение, необходимо приобретать приставку. Приставки сейчас, в принципе, не очень дорогие. Ну, антенна дециметровая, обычная, желательно с усилителем. На первых этажах зданий при, скажем, такой сложной городской застройке бывает, что плохое качество приема. Лучше использовать антенну с усилителем. Территория нашей республики очень холмистая, поэтому для стабильной передачи сигнала будет построено 42 телевизионных передатчика. И телевидение будет доступно даже в самых отдаленных уголках. Сейчас в режиме настройки и тестирования работают 11. В настоящий момент, пока сеть цифрового телевидения в республике в эксплуатацию не введена, все передатчики, которые сейчас вещают и работают только для настройки сети, для ее тестирования, для проведения измерений, при таком вещании мы не можем гарантировать качественный прием постоянный, потому что проводятся регламентные работы, что-то настраивается сеть, тестируется, измерение проводится, выключается, включается. Бывает перерыв вещания, ухудшение качества приема. Просьба убедительная к зрителям отнестись с пониманием, учесть это при просмотре телевизионных программ. И о вводе в эксплуатацию сети мы сообщим дополнительно через СМИ. Чтобы наслаждаться качественным вещанием, придется немного потерпеть. Наверняка через 5 лет мы и вовсе забудем, что картинка может стробить, уровень звука скакать, а чтобы антенна заработала, нужно как следует ударить по корпусу телевизора. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика. В Чувашию приехал член Общественной палаты России, руководитель движения «Стоп-хам» Дмитрий Чигунов. Сегодня в Национальной библиотеке он встречается с участниками и победителями молодежных форумов. А 24 ноября в Чебоксарском электромеханическом колледже Дмитрий Чигунов соберет за круглым столом активистов студенческих советов города и представителей молодежных общественных организаций. Подробнее об этой встрече мы расскажем в информационных выпусках программы «Республика». В столице Чувашии прошел 2-й фольклорный фестиваль «Истоки». В течение нескольких дней музыканты со всех уголков России и ближнего зарубежья радовали чебоксарцев живым и самобытным исполнением. Наша съемочная группа побывала на гала-концерте, где выступили лучшие этно-коллективы.
русские народные инструменты, акустическая и безладовая бас-гитара. Все слилось воедино. Московская фольк-группа «Аврория» расширяет музыкальные горизонты и погружает слушателей в особую атмосферу, как, впрочем, и все остальные участники концерта. Здесь можно было не только увидеть редкие инструменты, но и услышать неожиданные музыкальные сочетания. Приходя в зал, забываются сразу все проблемы, смотря на вот эти вот замечательные группы, слушая их поистине волшебную музыку, можно сказать, даже мистическую местами. Душа отдыхает, да. Чувствуется какая-то гармонизация даже внутри, умиротворения, покоя. Просто хочется сказать «Ом!». Мы любим музыку, естественно, и... Как узнали, мы пришли сюда, собрались, и как будто вот летишь в космосе как-то музыкальном. Ну, сказать сложно это, вот только в душе, наверное, это. Фестиваль проходил на 4 творческих площадках Чебоксар. Участники продемонстрировали не только уникальную манеру исполнения, но и провели мастер-классы. Истоки – это смешение стилей и традиций, сочетание народных мелодий и звуков в современной обработке. У фестиваля немало поклонников, а это значит, что этнофорум еще не раз порадует любителей жанра world music. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Впереди вас ждет еще информация о погоде. Я с вами прощаюсь. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы. До свидания.